Немецкий концерн «Сименс» объявил о предстоящем увольнении почти 8 тысяч сотрудников по всему миру. Среди них больше 3 тысяч в Германии. Увольнения пройдут в рамках плана реорганизации, о котором стало известно еще прошлой весной. Таким образом, «Сименс» рассчитывает сэкономить к 2016 году около миллиарда евро. Компания заявляет, что увольнения коснутся в первую очередь работников административной службы. В общей сложности процесс реструктуризации затронет 11 600 сотрудников. Часть из них сохранит работу, но займет другие посты. Всего в концерне на данный момент трудится около 300 000 человек.